Назаровский энергостроительный техникум в 2022-2023 учебном году готов предоставить абитуриентам возможность получить востребованную специальность энергетического профиля. А на сегодня это будет обеспечено трудовыми целевыми договорами и возможностью трудоустроиться по окончанию обучения. Второе, я считаю, что Назаровский энергостроительный техникум сегодня имеет серьезную материально-техническую базу для того, чтобы обучение прошло качественно, и для того, чтобы получить тот навык и те практические умения, которые востребованы работодателем. Приглашаем получить образование по 4 специальностям укрупненной группы электро- и теплоэнергетика, по специальности укрупненной группы наземный транспорт, по укрупненной группе машиностроения. 150 бюджетных мест ждут своих абитуриентов, будущих первокурсников. Также мы готовы оказать платные образовательные услуги, если специальность выбирается экономического профиля. Техникум имеет возможность предоставить хорошие места в общежитии. И помимо хорошей учебно-производственной базы, у нас интересная творческая жизнь для студентов. Созданы условия для добровольчества, волонтерства, технического творчества, для развития своих творческих направлений, вокал, танцы. Мы даем возможность развивать свои скиллсы, будем говорить так, то есть коммуникабельность повысить свою, даем возможность развить свои возможности, выйти на уровень края, на уровень региона, на уровень страны, если есть такие амбиции у молодых людей.